Всем здорова и с вами канал Games Mafia Channel. Сейчас я хотел бы вам рассказать и на своем примере показать, как можно из консоли PlayStation 4 пилить видосики. Пилить и не скидывая их даже на флешку, не занимаясь потом на ПК длительным монтажом, а как прямо на самой системе PlayStation 4 их можно монтировать и сразу же заливать в сеть YouTube, либо же, конечно, Facebook. Итак, есть два основных способа, как это сделать. Первый способ, когда вы, например, сохранили уже заранее видео, скажем, видеоклип определенный, и вы его хотите залить в интернет. Делали вы его от начала до конца, его обрезали там определенный момент, все, у вас готовый, скажем, есть шаблон. Нажимаете, наводите на видеофайл на PS, кликаете на него кнопку Share, поделиться видеоклипом. Ждете не, небольшую загрузку, буквально тут секунд 10-15 она грузится. И вот, как вы видите, где вы хотите опубликовать информацию. YouTube, Facebook, Twitter. Ну, в большинстве случаев, конечно же, YouTube. Итак, с чего тут стоит начать? Конечно же, в первую очередь, из названия. Ставим какое-то крутое название. Сейчас особо не буду заморачиваться э, вписывать что-либо. Но э, вы поняли. Вписываем какое-то крутое, придумываем название. Описание. До 1000 символов максимально можно сюда что-то втулить. Описание обязательно нужно тулить, потому как, чтобы человек, если захочет прочесть, о чем вы там снимали конкретно, чтобы он э, мог оттуда более информативно что-то для себя подчеркнуть. Конфиденциальность. Общая, для того, чтобы этот ролик видели все э, теги обязательно нужно, чем больше, тем лучше. Далее, включать сетевой идентификатор можете включать, можете не включать, это не обязательно. И как здесь написано, помечать игроков тегами. Если вы снимали ролик с какими-то игроками из PlayStation Network, вы их можете здесь отметить. Далее можете опубликовать ссылку на Фейсбуке по желанию и также поделиться с пользователями PlayStation Network. Это то есть поделиться со своими друзьями. Можете делиться, можете не делиться. Можете абсолютно для всех пользователей PlayStation Network. Абсолютно любой и человек, который найдет ваш ролик в системе PSN, сможет его просмотреть и оценить. После чего кликаете поделиться и ролик там ну за очень короткий период в зависимости конечно от вашего интернета загрузится в сеть так с этим способом в принципе понятно когда у вас уже есть шаблон вы его обрезали может например возникнуть вопрос как его э, изменить обрезать Наводите на ролик, и есть два варианта: либо изменить в Share Factory. Сейчас не буду акцентировать на нем внимание, потому как для того, чтобы рассказать, как изменять видео в Share Factory, нужно уделить, наверное, целый ролик. Либо же сделать упрощенный вариант обрезать, вырезать, сделать начало, сделать конец ролика. И все. Это самый простой вариант. И у нас после чего получается, ну, приблизительно такой шаблон. Там пускай будет на 2, 3, 5, 10, 15, 20 минут, в зависимости от того какой ролик вы снимаете значит это касательно первого варианта снятия ролика когда вы непосредственно сняли уже шаблон у вас э, видеоклип готовый на вашей системе вариант номер два когда вы непосредственно хотите сразу снимаете и мгновенно его выкидываете в сеть значит вот например мы заходим в игру абсолютно любую неважно для примера Fortnite зашел. Что нам нужно сейчас сделать, чтобы начать запись ролика нашего? Два раза кликаем на Share, так, немножко зажал. Вот вы видите, выскочила у нас эмблема того, что запись видеоролика началась. Записываем, там говорим что-то, делаем какие-то действия. В общем, неважно, Тут уже все зависит от вашего полета фантазий. Сняли, короче, ролик, хотим закончить. Нажимаем опять кнопку Share. Все, теперь э, до этого момента у нас видеоролик готов с начала того, как мы кликнули два раза и моментом, когда мы нажали шейр, у нас полноценный есть ролик. Что нам дальше нужно сделать? Можем, конечно же, его сохранить на системе, а потом его залить. Можем сделать гораздо проще, не занимаясь, скажем, выходить в систему, потом искать этот видеоклип. Нажимаем на видеоклип. И у нас, как вы видите, сразу кидает в ту же менюшку поделиться видеоклипом. Сейчас подождем загрузку, кликнем на YouTube. Вот, вы видите, тот же видеоклип, что только что мы сняли. Мы его можем мгновенно, абсолютно загрузить в сеть. Можем прямо здесь обрезать, можем воспроизвести. То есть, фактически то же самое. Делаем все те же настройки, и после чего кликаем поделиться. То есть, как вы поняли, очень все просто, можно сделать даже без э, участия ПК, без какого-то заумного монтажа. Если, конечно, вы хотите использовать э, различные эффекты, там улучшить, может быть, качество, ну, это, конечно, вам нужно обращаться к ShareFactory, потому как там более сложная система идет видеомонтажа. Я думаю, хоть кому-то, но был полезен мой маленький видеогайд. Если тебе он чем-то помог, то обязательно ставь палец вверх и подписывайся на мой канал. Всем до скорого. Пока.